В центре Магадана срубили деревья. В социальных сетях горожане выступили против действий коммунальных служб. На улице Парковая планируют обновить водопроводные коммуникации и дорожное покрытие. Во время раскопок рабочие задели часть аллеи напротив техникума, на что негативно отреагировали жители областного центра. Ситуацию прокомментировал глава города. На самом деле никакой катастрофической вырубки не было. Там три дерева стояло практически на дороге. Вот, поэтому мы вынуждены были эти деревья убрать. Вообще тема безопасности дорожного движения, она очень актуальна. У нас практически 70% уличной дорожной сети не соответствует ГОСТам и нормативу. Вот как раз в том самом месте, где произошла вырубка, у нас ширина проезжей части составляла 9,5 метров на трехполосное движение. Это очень мало. А внизу, вот здесь, в районе политехникума, 11,5 метров. Поэтому мы должны были не горлышко проектировать там, а спроектировать дорогу, где водители могли бы себя чувствовать комфортно, и в том числе открыть видимость на перекрестке. Это в том числе элемент безопасности нашей улично-дорожной сети. Также, по словам Юрия Гришана, в списке целей городских улучшений – повышение безопасности на дорогах Магадана. К 2024 году запланировано в 7 раз снизить смертность населения.